Присоединиться к команде могут не только жители Сочи, но и добровольцы из разных городов России. Для участия в международном автоспортивном проекте нужно отправить заявку на указанный адрес с темой письма «Волонтер Формулы-1». Возраст кандидата от 18 лет. Важен и уровень знания английского языка не ниже среднего. Иногородним необходимо иметь возможность самостоятельно и за свой счет приехать в Сочи и обратно, а также обеспечить размещение в период проведения мероприятия. Заявки будут приниматься до 18 апреля. В этом же месяце состоится практическое обучение на Сочи, автодроме и в Олимпийском парке. В прошлом году в Гран-при России приняли участие 1200 волонтеров, представляющих Россию, Китай, Бразилию, Канаду, Индию и другие страны.